Нелита танцует, там Степан Сурмила, бегает его Ильинский, не дают пробить, и свалил здесь Алексей на Михаиле Николаеве. И, ну, здесь у нас страсти разгорелись, начали игроки. Да, будут у нас здесь, конечно, сейчас дисциплинарные санкции, очевидно, абсолютно. Ну и, в общем, вот такой вот не самый приятный эпизод, буквально на последних секундах. Алексей Линский спалил на Михаиле Николаеве и зачем-то сам пошел первым в этом эпизоде конфликтовать. Посмотрим, какое решение вынесут судьи. Там, конечно, закипел сразу целый ряд игроков. Ну и досталось Нелита, который, по-моему, в этой ситуации вообще не был даже замешан. В общем, судьи сейчас решение выносят. Александр Березкин, третий арбитр, как раз вмешался в этот эпизод. И какая-то консультация сейчас между арбитрами состоялась. И, видимо, здесь Игорь Оленин, Кирилл Филиппов. Посмотрим, здесь желтая карточка Оленину, желтая карточка Филиппову, обошлось без красных.